ShotMaker Mini – это мобильная переносная профессиональная теннисная пушка, удобная при транспортировке и укомплектованная системой AC-DC, которая позволяет совмещать работу от сети 220 вольт и от батареи. Продолжительность работы от батареи 4-6 часов. При включении питания и перед началом подачи мячей у игрока есть 10 секунд, чтобы занять место на противоположной стороне корта. ShotMaker Mini имеет встроенный внутренний осциллятор, благодаря которому корпус пушки при выбросе мячей остается неподвижным, а сама пушка не теряет при этом вариативности выброса мячей. Установите скорость выброса мяча на панели управления. Максимальная скорость — 137 км в час. Установите высоту выброса мяча, вращение мяча, нижнее — резанный мяч, верхнее — крученый мяч. Установите частоту выброса мячей. ShotMaker позволяет выбрасывать мячи с интервалом от 1 до 10 секунд. Вы можете выбрать три различных уровня, быстро задав параметры нажатием одной кнопки, каждая из которых эквивалентна определенному уровню — начинающему, среднему и продвинутому. Запатентованная функция Player Mode имитирует реального игрока, автоматически выбирая подходящую скорость и вращение, направление мяча и длину удара согласно выбранному уровню игры. Пушка ShotMaker — универсальная пушка, подходит для игроков любого уровня, от начинающих до профессионалов. Модель комплектуется двухуровневым осциллятором, разброс мячей в обе стороны и на разную дистанцию, что позволяет игроку практиковаться в чередовании ударов справа и слева, а также одновременно тренировать игроков на задней линии и слета. Программа запоминания ударов позволяет задать последовательность из 6 ударов по определенным позициям на задней линии. Вы можете сохранить в памяти ShotMaker до 8 индивидуальных программ. Нажмите на кнопку «Старт» для начала запуска программы. Многофункциональный пульт дублирует все функции панели управления ShotMaker, что делает его простым в освоении. Каждый раз при нажатии кнопки на многофункциональном пульте ShotMaker издает звуковой сигнал. Вес пушки составляет 28 килограммов, вместимость до 225 мячей.